Доброе утро всем. 8:30 почти. Мы уже с Гришкой завтракаем. Все поехали по делам. Папа нашего сегодня не будет на обед, поэтому мы с Гришей вдвоем. У нас на завтрак яичница. У меня жидкая. Что-то немножко белок у меня тут подгорел. Кофе с молоком. А у Гриши... А у меня ничего не подгорело. Да, у тебя все перемешано. И чай. Так, всю армию пряников я уже выложила. Буду сегодня расписывать. Так, ты уроки выучил? И на кого эта армия? И кому эта армия попадет в руки? Не знаю. Тебе? Так, Григорий, беги, да, давай, не надо. Это... Давай, складывай, пожалуйста, все свое. Учим уроки, тут математику доделали. Сделали ксерокопии грамот, потому что нужно принести в школу, будут там портфолио собирать. Что за портфолио? Ну, все твои грамоты, старую тетрадку нужно было, пропись принести, да? А можно и переносить? Почему надо принести, Людмила Валентиновна сказала. Хорошо, что мы ее не выкинули, да? Так, давай все уберем. Я по русскому бы все спалил. Да ты что говоришь? Абсолютно все. Карли из окошка выглядывает. Наконец-то его по имени начала она. Называть? А как я должна была называть? Ты его хомярик, хомярик. Хомыч, да? Да, дядя Хомыч. Хонечка. Бегает. Куда ты убегаешь, Карли? Уже не боится, да, Ляля? Так, бульон у меня варился для супа из вот такой вот малюсенькой уточки. Вот она, представляете, как моя ладошка, да, чуть-чуть. Побольше. Ну, в общем, такая прикольная, мне нравится. Такие маленькие, что мы ее за один раз съедим, и не будет по холодильнику немного мяса. Так, процедила бульон уже. Картошка уже в бульоне, сейчас буду включать газ. А пока порежу морковку и лук, в конце чеснок и петрушку. Супчик готов, ура! Я лапшу сделала, но с морковкой, потому что все-таки это не куриный бульон, а утиный, поэтому это прям такой суп. Картошка, морковка, лук, лапша, чеснок и зелень. Хорошо, хоть петрушка своя, все отлично. Вот картошку, как всегда, я кидаю первой, и вот она не разваливается, то есть она готовая, сваренная, но она кусочками. Так, все настаивается. Будем обедать скоро. Уже 11. Сейчас пойду на улицу. Родители сажают горох. У них первый такой трудовой день. 3 дня тепло. Ну как тепло, знаете? Даже до плюс 10 не поднимается. Плюс 4, плюс 7. Сейчас вот плюс 8, по-моему, показывает. Я даже хочу белье вывесить на улицу, чтобы оно проветрилось. Уже соскучилась, если честно, за этим бельем, которое сушилось на улице. Так что сейчас пойду развешу белье. Пойдем посмотрим, что там родители, какой горох сажают или садят. Ну, в общем, сегодня первый рабочий день у них на огороде. Ух ты, вы как-то уже по-новому сажаете горох? А ты кидаешь туда, да? Чтоб не наклоняться, да? Ну да, чтоб и ветром его не уносило, да? А, и ты по одному вот так вот, да? Как с палочкой, да, старичок? Здесь еще одна палочка. Да? Ну-ка, ты лакнула, папа? Да. Угу. Ну это ж горох, он какой? Он вот это протравленный такой, да? Красный, чтобы от болезней, от всяких, от грызунов. Ну, вы несколько сортов, да? А там лунки что, новые? Вон. А, то ты загорнул, да? Папа грабельками с одной стороны загортал. Так, давай, Григорий, в школу собирается там бабушка с Лешкой его. Алло. Ага, алло, алло. Привет, мам. Привет, Гриш. Пока. Пока. Всем привет. Я с Вадей. И пока, да? Мама, я с Вадей группу создала. Сейчас, Вадя.
Ой, на, Бадя. Так, все, берусь, пока. Все, давайте, мамульчик. Пока, пока, зайки. Так, гляньте, что я делала. Я пока расписала, наконец-то, бабочку. Витраж получилось. Такая вот она блестящая. Ждем теперь до завтра, пока высохнет. Вот здесь вот навела цвета. В общем, круто, мне так нравится вообще. Я не знаю, вам нравится или нет, но мне безумно нравится. Так, это на пробу. Проба пера. Первый такой красивый витражный пряник. А еще у меня такая хорошая новость. У меня 25 числа будет первый детский мастер-класс по пряникам на нашем чердаке. Вот у нас, в общем, в станице открылся новый детский клуб. Новый. Он... У нас вообще никакого не было, даже старого. В общем, просто детский клуб «Чердак». Вот, большая игровая комната с засеткой. Вот там всякие горки, сухой бассейн. Вот, что там еще можно проводить дни рождения. Вот, и там будет мой первый мастер-класс по пряникам. Так что нужно придумать, что делать. Что-то не очень сложное для детей. Вот, так что будем думать. Я думаю, что там будут для девочек бабочки и платья, а для мальчиков самолетики. В общем, все это нужно испечь. Так что будем делать. Пряники уже начинают получаться. Вот такие вот вояки. Не буду делать прям все одинаковые. Некоторых буду делать все на зеленой форме, некоторых в хаке. В общем, сейчас все по плану, а пока еду за Григорием. А пряники пока отдохнут. Сейчас, кстати, еще хочу, пока вышла, попробовать. Да, все высохло. Белье сухое, так что приеду, буду снимать. Тут резинки тоже повысыхали. Все, я за Гришкой. Кудряшки у меня до сих пор остались. Такие прикольные. Так, я уже приехала. Давай быстрей. Ну как дела? 2 пятёрки сегодня получила. Почем ты? По математике и по русскому. Да ты что? Ну давай тогда хорошо, портфель снимай, пристегивайся, сейчас еще в садик заедем. Мы уже все дома, я всех забрала. Мы ужинаем. Нет, а то она выкупила. Да, всех забрала. Папа сам приехал. Папа кушать, правда, не хочет. Так что мы кушаем сами. Печалька. На суп, лаваш, сало и салат из квашеной капусты. Водой. Да! Вот так! Ну и как, стресса у вас нет? А у меня будет стресс? Нет. Если вы набрызгаете сейчас тут везде. Но уже это было. Точно? Да. Ну не совсем. Мне кажется, ну да, вот так, Дева. Антистресс. Это как похоже на грушу. А у вас что, стресс, что ли? Антистресс. Ну так его называют. Да? Да, там можно вот шарики. Вот так, Виля. Мам, а купишь сеточку? Там, тут еще сеточкой, знаешь, вот так ты нажимаешь. Ну, да, 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 как будто виноград, да? А ты сеточку купишь? Ну, если увижу где-то. Только осторожно, не надо фониной головой. Это сейчас ему... Мам, это когда я так делаю, мам, ну потому знаешь, что у нас же Антоше там Еске подарили такую тонкую эту. Мы хотим дротики длинные взять, а так проколоть. Угу. С одной стороны будет остро, сквозь эту, угу. С одной стороны острое, с другой просто. Я вот так повесить и в острое эти кидать. Да, чтобы они разбивались. Ну, я надеюсь, это все на улице будет. Ну да. Мы пойдем сейчас на улицу. Давай. Надо нам еще чуть-чуть. Я завязана. Так, ну что, мне тут уже армия готовится. Какие быстрые передачи. Давай быстрей. Передача ты моя. 2, 6, 2, 6, 2, 2, 6. А где отсюда очки ставить? А ты потерял где-то. Ой! Так Гришка что, выигрывает? Нет, я выигрываю.
А ты выиграешь. А ты чаще раз хочешь видеть, как папа отжимается? Нет, папа может и так просто отжаться. Мама, я потом с папой, я буду так разным, потом остаться. Ой, что я сделал? 5, 6, 7, а тут до 9. 8, 9. Я тебя знаю, ты меня получи, бы мой фигурный план. Так, ну что, пряничная армия уже подходит к концу сегодня. По крайней мере, главное, 4 коробочки, которые завтра на утро готовы. Все вот это вот высыхает, подсыхает. Завтра будем его упаковывать. А вот эти вот еще нужно дорасписать кисточкой. В общем, сегодня я ложусь в 2:30 спать, но счастливая, довольная. Вроде бы все движется по плану. Вот, устала очень-очень, но, блин, я сама в шоке от себя, что мне все это нравится, и не спать ночами. В общем, это круто. Завтра продолжим. Всем до завтра. И пока даже не знаю, что у меня там из влога выйдет. Ну, в общем, как получилось.